только не может сразу мать быстрее. И потом, сидоры не едят траву. Я не трава. И ты заметил цветок. Простите меня. Нет, сидоры мне не страшны, но я ужасно боюсь цветников. У вас нет ширмы? Растения боятся цветников. Очень странно. Подумал маленький принц. Такой трудный характер у этого цветка. Когда мы с ним встретим, настойте мне попахом. У вас не слишком холодно. Очень нужно, наверное. Там, откуда я прибыла, она не говорила. И с ней наступила, хотя она была еще дёрной. Она ничего не могла узнать, что будет не рад. Не полагать, когда тебя так легко лечить. Остается смысле, потом скажешь ему на раз другой, чтобы маленький сын почувствовал, как он перед ней виноват. Где ширма? Я хотел пойти за ним, но не могу я вас не заслушать. Когда она заканчивается, стоило все-таки помочь стоить. Хотя маленький принц убил, прекрасно сюда все раз, где ему ходит. Но вскоре его душе пробудили сомнения. После того, что он стал принимать их в сердце, стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я не слышал. Да я же с тобой не однажды. Никогда не